Котята, наконец-то! Дорогие зрители, вы только полюбуйтесь на этих несносных котят, на Снежка, на Кнопку и Пушистика. Они совсем не спортивные котята. Ай-яй-яй, забыли, что надо быть здоровым, сильным. Я, крыс Борис, самый спортивный крыс на всем белом свете, пойду и изловлю их, и заставлю повторять их мои спортивные сторожки. Он же их не отпустит. Надо как-то выручать котят. Придумала, давай вместо котят позовем ребят. Ребята, вы нам поможете? Да! Кто готов стать Пушистиком, Кнопкой и Снежком? Я! Выберем мы тех, кто сам соблюдает правила безопасности. Кто из вас самый спортивный ребенок-котенок? Ура! К нам идут самые спортивные ребята-котята! Сырное царство, пожалуй. Ложки, осторожки. Вы спасатели? Да. Настоящие? Конечно. Я проверю сейчас. Только давайте сначала познакомимся. Тушок, Кнопка, Снежок. А я крыс Борис. Это вы самые спортивные котята? Да. Хо-хо, это я сейчас проверю. Значит так. Чтобы спасти котят, которые попали в неприятнейшую ситуацию, вы должны разгадать мои осторожки. Если разгадаете, получаете кусочек сыра. Если не разгадаете, останетесь в моем сырном царстве надолго изучать мои осторожки. Согласны? Да, да. Кто у нас готов к ответу? Кнопочка, иди сюда. Скажи мне, котенок Кнопка, ты любишь заниматься спортом? Да. О, а каким именно ты спортом занимаешься? Я занимаюсь синхронным плаванием. Это очень похвально. Тогда, наверное, ты знаешь спортивные осторожки. Смотри на мой волшебный экранчик и выбирай правильный ответ. Зачем вообще в театр ходить? Еще и цветы артистам дарить. Лучше день валяться на диване. В телевизор пялиться глазами. Чтобы интересным был мой день, я прогоню подальше лень. В театр схожу, а потом на каток. А на завтра выучу урок. Кнопочка, отвечай. Я думаю, что правильный ответ второй. А почему?
почему ты так думаешь, расшифруй. Рано встает. Молодец, значит, распорядок дня соблюдает. А в первом мультфильме что делает котенок? Он встает не рано и ничего не успевает. Конечно, и на диванчике лежит, понимаете ли, весь день. Молодец, Кнопочка, это правильный ответ. Конечно, он заслужил кусочек сыра. Рано радуйтесь, котята. Продолжаем испытание. Снежок, иди сюда. А ты-то сам спортом занимаешься? Да, я занимаюсь таким искусством, танцами. Ах, ты танцами занимаешься. Ладно, проверим, как ты знаешь мои сторожки. Смотри на мой волшебный кратчик. Мне до школы одну остановку. Я пробегаю эту стометровку. Наверх по лестнице пешком хожу. С лифтом редко я дружу. Лишний раз пешком не пойду. Лучше автобус я подожду. А дома сразу прыг в кровать. Пончики в рот и сразу спать. Я выбираю второй вариант. Потому что мне бегать не хочется. На лифте быстрее доедешь. На автобусе то же самое. А еще я сладкое люблю. Знаешь, что любитель сладкого. Посиди-ка в моем сырном чуланчике и подумай над своим поведением. Посмотрите, что творится. Такой маленький, а не любит спортом заниматься. Ну, сладкое я тоже люблю. Ну, ладно, это личное. Так, продолжаем испытание. Пушистик, иди ко мне. Ты тоже занимаешься спортом? А каким? Гимнастикой. Это очень интересно. Смотри-ка на мой волшебный экранчик. На первый этаж спускаться, на пятый потом подниматься. Я б на улицу пошел, да лень вообще одеваться. Мяч мой друг, а клюшка моя закадычная подружка. Люблю я двигаться, играть. Главное, на диване днем не лежать. Я выбираю второй. Надо дружить с гимнастикой. Можешь мне что-нибудь показать? Молодец, спортивный котенок. Хвалю я тебя. Ну что вы, мышки, стоите, спите на диване. Крадите. Молодец, заслужил. Пушистик и Кнопка, получается, что вы дали правильные ответы. Значит, вы справились с моими осторожками, и вы свободны. А вот котенок Снежок останется в моем сырном царстве и будет изучать мои спортивные сторожки. Крыс Борис, можно выручим нашего друга? Вы хотите спасти товарища? Да. А он спортом не занимается. Зачем вам такой друг? Потому что он наш друг. О, ну ладно, раз это ваш друг, я согласен. Я дам вам одно опасное задание. Но если вы с ним не справитесь, вы все втроем останетесь в моем сырном царстве изучать мои сторожки. Согласны? Да, да. Нести волшебную книгу. Котята, я приглашаю вас в мой волшебный спортивный зал. Но для начала скажите мне, какие виды спорта вы знаете? Футбол, фигурное катание. Молодец! Что ты скажешь? Бокс! Карате, коньки. Молодец! Лыжи, биатлон, танцы. Спортивные танцы тоже бывают. Конечно, каждый котенок должен заниматься спортом, потому что спорт – это здоровье. А сейчас, котята, мы сделаем вот что. Мой мышонок вам покажет задание. Трудное, коварное. Если вы справитесь, забьете гол в мои ворота, отпущу вас. Нужно провести мяч через все препятствия. Давай-давай. Ух ты, молодец. Гол! Ура! Котята, задание понятно вам? Да. Ну, давай, Снежок, раз ты провинился, давай с тебя первого и начнем. Thank you.
чемпион, Пушок чемпион. Настоящий спортивный котята! Выдать Снежку кусочек сыра! Котенок заслужил! Мне больше всего понравилось, что вы не оставили товарища в беде и выручили его. Поэтому повелеваю наградить котят дипломами спасателей! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Отправляйтесь домой, спасатели! Ура! Соблюдай распорядок дня. Веди активный образ жизни. Занимайся спортом. Да, не повезло мне. Котята справились с моими осторожками. Но с другой стороны, мы показали неосторожным котятам, что надо заниматься спортом. Будь здоровым! И вы, дорогие друзья, занимайтесь спортом и будьте здоровы! Всем пока! Шайбу! Гол! Ура!